Свыше 2000 ямальских семей с 2007 года получили государственные сертификаты на материнский капитал. Важным шагом в развитии программы стало сокращение сроков. Начиная с 2021 года на выдачу сертификата отводится не более 5 рабочих дней, а на рассмотрение заявления о распоряжении средствами или их частью не больше 10. С 15 апреля 2020 года после рождения ребенка сертификат оформляется автоматически. Все необходимое для этого фонд делает самостоятельно. На сегодняшний день в беззаявительном порядке выдано более 100 сертификатов. Также с прошлого года упростилась процедура распоряжения материнским капиталом. Например, подать заявление на покупку или строительство жилья с привлечением кредитных средств теперь возможно непосредственно в банке, в котором открывается кредит. С января 2021 года в Ямальском районе 61 семья воспользовалась сертификатом на улучшение жилищных условий. Кроме того, 29 человек направили средства сертификата на обучение и 19 подали заявление на получение ежемесячных выплат из средств материнского капитала.